Ссылка со счет. Этот раз как-то долго шла, две недели, обычно за неделю доходит. Мы ее там на почте, ну, в пункте выдачи вскрыли. Хочу вам показать, что мы заказали. Заказала я вот такие вот леденцы. Вот их там сколько, целая упаковка. Такая огромная, маленьких вот таких вот леденцов. Очень вкусные. Кира сейчас один уже попробовала. Они с разными вкусами. О, Макар, так прям будешь есть. Так, дальше я заказала из еды вот такие вот Макару, типа чипсики. Вот они детские, написано для детей, которые уже умеют ползать. Вот 8+. О, какая завитуха. Завитуха. Вот они чипсики. Они правда вкусные. Держи, Макар, это тебе. Тебе. Держи. Это мне. Держи, Макар. Бери чипсу. На. Можно мне взять еще? Возьми. Яшка, я тоже ползу тюмень. В дорогу взять такой перекус, классно. Вкусно? Угу. Все, дети кушают. Так, поехали дальше. Взяла Кире вот такой вот витамин С. Это жевательные мармеладки вроде. А может, не мармеладки? Ну, тоже сейчас откроем, посмотрим. Как раз Кира, можно. Как раз Кира сейчас приболела. Тут их 90 штук. Надолго хватит. Я не помню, сколько их раз. Походу, так. С 4 лет вот они. 1-3 штуки. Мне как раз 4. В день нужно их есть. Но мне как раз 4. Ага. Когда такой большой разбег, вот 1-4 витаминки в день. Я обычно беру среднее. Ну, 3. Ой, 2 получается. Здесь 2 штучки в день. Они постоянно, их нет в наличии. Их прям нужно, ну, по крайней мере, когда я хотела сделать заказ, я прям на них охотилась, потому что только-только они появляются, либо у меня там еще, либо что, чего-то другого в наличии нет. Например, вот этих чипсов я хотела взять другие с томатом, но взяла, вот они единственные, которые были в наличии, там, по-моему, 5 вкусов, только эти были в наличии, ну, вкусные, мне нравятся, потом с томатами еще закажу. Вот они, такие мармеладки, покажи. Покажи мармеладку. Вот в виде апельсина. Я сама попробовала. Очень вкусные. Да. Вот поэтому рекомендую. Дальше взяла еще вот такой вот сироп. Это тоже вот сейчас у нас настала осень. Кира скоро пойдет в садик. И это получается бузина для профилактики простуды. И при простуде тоже сейчас вот как раз вот это вот. Сейчас мы будем пить активненько и быстро выздоровеем. Да. Так, что тут у нас еще интересного? А, из съедобного. Из съедобного и несъедобного. Это получается у нас кокосовое масло. Его можно и для жарки использовать, и для косметических каких-то целей. Вот, я планирую на нем жарить, может быть, блинчики, может быть, оладушки. Ну, что-то такое сладкое. И заказала еще вот такое вот оливковое масло. Ой, нет, не оливковое, это масло авокадо. На нем можно жарить, высокая температура горения, поэтому оно не такое вредное, как какое-нибудь там подсолнечное обычное масло, да. Так, следующая покупка — это магний, магний-цитрат. Цитрат — это одна из лучших форм усваиваемости. Ой, блин. И последняя моя покупка — это вот такой вот бальзам.